Так выглядит наша яхта в режиме нетяжелого перехода. Это Юнгина попа. Они с капитаном вяжут морские узлы. Только что прошел дождь, мы прятались в рубке. Теперь снова солнце светит, но слава богу, на ветерке не очень жарко. Вот здесь у нас перекус в виде яблок, навигационный iPad прекрасный. Вот так веселенько застелены диванчики для того, чтобы потными голыми спинами, они у нас все время голые, не всегда потные, конечно, подушки напрочь не убить. А большое покрывало единообразного цвета мы постирали, теперь у нас куча маленьких. Юнга побежала снова. Куда побежала? Узлы вязать? Наверное. Такая деловая Юнга. Здесь у нас шляпный угол, который называется биноклевая полка. Вот весь имеющийся в переходе в спокойном бардачок вы видите. Вот там бинокль, собственно, в честь которого названа эта полка. Здесь моя шляпа, прикрытая медным тазом моей кепки. Здесь сумка от фотоаппарата. Фотоаппарат частично сдохший. Но тут всякие приборы, заряжания. Это у нас называется приборной полкой. Вот эту штуку я зову гашетка. А здесь штурманский стол. Смотри! О, что это за узел? Расскажи. Красоту какую навязали. Это папа. Папа навязал? Папа скажет, что за узел. Да. Я папа, а папа сам. В общем, скоро миру явим мы узлы. Мама, я тебя скоро обгоню в знании узлов. Узлов. Отлично, будешь меня учить. Вот здесь у нас куртки на плохую погоду. И там виднеется хладный труп матроса Насти. Так, теперь попробуем. Сегодня первый день перехода, но переход будет всего лишь суточный. Мы идем, стоите на Бора-Бора или куда-то. А, нет, на Хуэхине. Хуэхине, пардон, сначала. Вот здесь Настя у нас читает, изба-читальня. Это у нас кровать, накрытая спальным мешком, потому что в этих ваших тропиках очень холодно, как вы понимаете. Вот там склад всяких вещей. Вот это нам ребята из кругосветки Благовестия Ладе вручили персонально. Она перед отходом мерила, а теперь убирать, видимо, все это будет мама. Вот здесь у нас хлеба долгого хранения. И типа шоколадно-ореховая паста, которая очень долго стояла в жаре. И вот так вот себя повела вверх, какое-то масло не очень полезное вытопилось. И не знаем, что с ней делать, поэтому поставили к маминой кровати. Так мы всегда делаем. Вот здесь мы собрались сделать сладкие обережные куколки. Кучка тряпочек лежит прекрасных. Что еще? Вот здесь вот заяц. Зайца нам подарили еще на Канарах в первый наш туда визит на яхте. Рядом с нами стоял дядька из графства Сассекс. И у него дама его сердца вяжет вот таких зайчиков. Он нам ее подарил. Вот это Латкина картина. Она у нас тут совершенно фэншуйненько смотрится в спальне. Потому что в спальне должны быть парные предметы, парные картинки. Вот она создает фэншуй. Также фэншуй у нас создает вон там он, висящая на иконке Божьей Матери Казанской. Парочка, которая называется «Неразлучники», это обережная славянская кукла. На свадьбы делается и в прочие дела. Нам ее подруга наша подарила. Вот эту картинку мы купили на Канарских островах у художника. Она нарисована, по-моему, что-то чем-то вроде гуаши. Я взмолилась Андрюхе, давай купим, и он согласился. За этой картинкой шкафчик, который раньше был отведен целиком под плечики с платьями шикарными. Но на Таити мы его забили соками, мукой и прочими хлопьями. Шикарные платьишки грустно жмутся в углу и плачут. А корабль с алыми парусами их прикрывает от рыданий. Но основной провиант у нас вот в этих рундуках кормовой каюты. Я сейчас один открою. И там много всякой еды. Потом мы отдельно расскажем про хранение провианта. А пока облизываемся и уходим. Здесь у нас два вентилятора. Не потому, что мы так любим вентиляторы, а потому, что вот этот верхний сдох. А вот этот нижний только что купили, еще не опробовали. Гитара, как вы видите, висит в почетном углу. В каком-то средстве массовой информации интернетном вышла статья, как оказалось, еще в июле, написанная о нас и о нашей яхте. Но вот там взяты картинки нашей яхты, и вот здесь вот висит вот такой огромный телевизор.
У нас даже дома такого нет. И все люди думают, что у нас теперь есть телевизор, микроволновка, стиральная машина и что-то еще. Вот этого всего что-то еще и телевизора тоже у нас нет, как вы поняли. Здесь книжная полка еще одна, да. Вот здесь две фотографии. Это Южный Урал, озеро Тургаяк. Тут вот мы первый раз на яхте всей семьей с моим папой. Я там беременная. Андрюха вот в трусах самый правый, тонкий, звонкий стоит. Вот за мной я в присядку, моя сестра Наташа. А вот здесь вот это моя мама, а это мой папа прекрасный. И это озеро Тургаяк, тоже Златоуст. Кем ты беременна? Настей? Настей, да. Помимо гитары и картинок у нас есть тут еще парусное вооружение и весловое. Это весла от Тузика, а также руль от него. И этот, как он называется, шверт. А также парус от Тузика тоже у нас тут живет. На столе какие-то яхтенные журналы. И есть вот такой маленький диванчик. А вот здесь вот наша с Андрюхой. Вот это место у нас называется Красный угол. Где? А в красном углу. Да, у нас тут свадебное фото, чтобы мы не забыли вообще, зачем все это. Вот. А в этом красном углу еще лежит бумага для принтера. Когда Юнга хочет что-то порисовать и угостить своих друзей бумагой, она вот достает ее как попало, рвет вот это все. Сверху лежит моя сумка, которая очень органично под цвет бумаги подходит. А вот здесь вот Андрюхин бритвенный прибор. Что еще? Снова Настя в избе читальни. Хладный труп матроса Насти. Что читаешь? Один день в Андине сейчас. Да ладно, боль счастливая. Счастливая боль на лицо. Так, здесь у нас святая святых. Это гальюн, он у нас называется взрослым. И здесь у нас кораллы создают атмосферу спа-салона. Кораллы на Туамоту архипелаге собраны. Там вот две тряпочки гламурненькие, раковина, шкаф, толчок. И вот этот вот душ прекрасный на шланге, который шланг можно длинный вытянуть. Он туда вон в окошко и мыться на палубе. Полотенце, понятно, зеркало, которое мы с Юнгой тюнинговали. Опять хладный труп матроса. Мы снова возвращаемся к ней. Она все еще жива. Штурвал у нас выполняет роль вешалки для полотенец обычно. Мы пользуемся тем, что у нас два штурвала, поэтому на одном сушим белье. Вот здесь еще всякие приборы. Про бензин и объем танков. Про то, как работает двигатель, греется он или нет. Но все это остальное и глубина, и скорость по нулям. Вот это радар-детектор. Когда на нас направляет радар, он начинает верещать. Здесь была какая-то радиола раньше. Вот это барометр. Сюда надо засунуть какую-нибудь фигню для настроения. Здесь записка Наськина. Вот в этой коробке от чая у нас дымучки от комаров. Вот это часы с влажностями всякими. Эту картинку мы купили где-то в Испании. Картина маслом, она украшает яхту с первого сезона. Вот это вот бог Тики, которого Андрюшке на день рождения подарили ребята из экипажа Благовестия. Вот эти наши цветы, многострадальная Алехандра, шляпница, и рядом с ней выросла шлипуля. Здесь ракушка устрицы-жемчужницы. Маленькая, без жемчуга, к сожалению, но с перламутром. Вот она. Здесь у нас уголок для умных. Кубики, рубики разных модификаций. Там шишки. Что еще? Ну вот тут подушки, капитанская шапочка, вода, очки. Мы, вот такой у нас лайфхачик есть. Вот эти здесь тоже должны быть подушки, вот такие же диванные. Но мы в переходах всегда эти подушки убираем. Тогда вот этот трубочный диванчик из 50-сантиметровой ширины приобретает ширину почти 70-сантиметровой, ну 60, ладно. На нем можно спать очень удачно. Я тут обычно сплю, если меня вахтенный не угоняет, не выгоняет. Это наш фотоаппарат, который еще дышит. Маленький объектив уже сломался в очередной раз. Так, что еще? Это Микки Маус. Его нам моя мама подарила как талисман. И он у нас вот талисманит, охраняет этот компас. Ну, это мини-маус, наверное. Вот, раньше эта мини-мауска говорила рецепт бананового эскимо. Вот здесь вот нажимаешь, и она говорит, как делать банановое эскимо. Ну, в общем, Лада научилась, а мини говорить перестала. Вот эту капитанскую фуражку нам подарили наши друзья
из Боготы, наши приемные родители, я бы даже сказала. Они к нам приезжали в гости в Панаму, мы прекрасно сходили на архипелаг Лас Перлас. И фуражка у нас надета на Радае, как вы видите, мы его очень активно используем, раз она тут надета. Вон там Юнга, например, отражается, как в зеркале, и я тоже. Так, а между тем, суть до дела, на часах уже 15:22, и мы идем вот сюда. Это у нас называется кубрик. Вот по этой сумке, знаете, что можно сразу сказать? Что мы только что вышли, потому что вот на Медне буквально чуть ли не вчера были в магазине, закупили фруктов, овощей, они у нас живут вот в этой сетке. А здесь у нас детский кабинет, картинная галерея. Две ящерицы, одна из Испании, другая из Канаров. Вон там книжкой французской приперт посудный шкаф. Вон там, где земля, книжкой приперт тоже шкаф. Там какие-то две банки огурцов, разные флаги. А вот здесь две ладины ниши. Тоже они в режиме перехода вот так выглядят, потому что иначе из них все повалится. Вот здесь у нас бар, в котором стоит немыслимое количество виноводочных изделий, которые мы не пьем. Вот здесь ладен угол со всякими журналами, вон там доска белая, мы купили, чтобы уроки делать. Вот тут на ладены две акварели, вот там шкаф со всякими штуками. Ну, короче, вот это вот подушки, такие у нас две есть кошачьи. Стол, на котором дети занимаются, вон ладен портфель. Там два мешка муки, мы немножечко не успели пересыпать перед выходом, так они болтаются. Вот в этой сумке у нас лук, вот здесь чеснок висит, вот здесь висят травы для чая какие-то, а вот здесь какая-то юнгина фигня, не знаю, почему она здесь висит. Вот тут карту с юнгой мы рисуем маркером несмываемым, начиная вот отсюда. Да, Европа, Средиземка, там тра-та-та. Вот он весь наш маршрут, и почему-то он у нас на Туамоту оборвался. Хотя мы уже вот сейчас вот отсюда, из Папьете почти, стоите. Идем вот сюда дальше, на острова общества. Здесь будут всякие Бора-Бора, Хуахине и так далее. Ну, а потом туда дальше пойдем. За карту выйдем, там не знаю, что будет, наверное, портал в третье измерение, в четвертое. Четвертое измерение. Так, ну здесь камбуз, полочки для специй. Тут у нас висит куколка, помощница по хозяйству. С Мариной мы ее моторной делали, женой Игоря Кипурука, прекрасного, известного. Вот, что у нас тут еще? Мешочки с травами, поварешки. Изречения великих, вот Пушкина в частности, про математику он там высказался. Это мы так приучали матроса Настю к математике, любовь ей прививали, так и не допривили. Даже у Пушкина это не вышло. Ой, да, как отсвечивает. Вот это я картинки рисовала на таких специальных досочках. Морские и полевые. Вот эту полевую так и не дорисовала все еще. Здесь у нас фартушек. Фартушек прикрывает одеяло. Fire blanket. Это если плита загорится, надо им накрыть. Здесь у нас тоже травы. Как вы видите, мы очень любим травы всякие. Тут вентиляция трюма, кнопочка по совместительству. Используется как вешалка для всяких полотенец. Вон там воронка, которой мы вчера муку пересыпали, так она и не ушла никуда пока. Вот, а тут всякая фигня. Вот такой у нас ноу-хау, когда у вас не работает холодильник, это очень удобно. Поднимаете крышку вот эту и ставите ее поперек, и тогда вот этот стол в переходе можно использовать. Оно тут все такое припертое, вот мисочки со всякой едьбой. Мы только что, потому что пообедали вроде бы, или позавтракали, ну что-то одно из двух. Вот, и оно ничего не вылетает, потому что вот тут хорошо упирается. Плита специальная яхтенная, здесь есть крепежи для того, чтобы никакие сковородки не улетели. Даже вот это не улетает. А здесь у нас лежит хлеб, потому что его некуда было положить. Он лежит на плите. Ну, там духовка, понятно, шкафчики, ящички, мачта, очень важный компонент, огнетушитель, там он сумка. В магазин как ходили, так и засунули. Разбирали сумки вчера уже по-быстрому. Так, ну а вот здесь у нас завал. Вообще, когда все началось в яхтинге, да, здесь кабинетик был очень прекрасно выглядящий. Здесь никаких ящиков не было. Ноги под стол ставишь и занимаешься. Но перед Атлантикой мы сюда поставили два ящика. И в них у нас всякий провиант. Вот тут вот сахар, кокосы, помидоры, капусты, ананасы вон там. Вот эти бутылки пластика, очень нужная в хозяйстве вещь. Мы наливаем в них воду. Вода с нами всегда, соответственно, если крен и качка. И у тебя есть бутылка воды, тебе вставать надо реже, ну разве что в туалет. Вот здесь вот привязаны термосы и масло, они тут никуда не денутся. Ящики тоже привязаны.
Вот тут вот тапки от матроса. Матрос где-то там полужив. Так, ну что еще, в раковине посуда еще с обеда недомытая. В общем, все как есть, без прикрас, никакого глянца. Вот этот Наськин рост, видимо, когда она написала вот эти цифры, очень сильно изумлялась. Не доросла до 1,84 м и огорчилась девочка наша. Так, вот здесь вот у нас детская каюта. Здесь шкаф, в нем всякая всячина, начиная со спас-жилетов и заканчивая какими-то банками огромными с провизией. Вот здесь вот гальюн, туалет он же, который мы зовем детский, он рядом с детской комнатой. Маленький, без душа. Ну, в общем, здесь дети тусят. Наклейка от Колгейта Ладой получена в Африке от стоматолога, когда она героически не плакала после выдирания зуба. Вот здесь у нас атмосферу спа-салона создает ракушечка. Ну и там всякая всячина. Здесь полотенца в этом шкафу лежат. Сейчас покажу, как они лежат. Надеюсь, там не бардак. Нормально. Вот шампуни стоят, полотенца лежат. Все как положено. Там для прищепок миска. Вот это вот такой осьминог вешать. Трусы на него Юнга любит сушить. Ну, унитаз. В общем, все прозаичненько. И с туалета мы попадаем в темную в переходе каюту Юнг. Темная она, потому что люк прикрывается тузиком. Вот он наш храбрый тузик вверх ногами лежит в режиме перевозки. Этот люк. Тут полки всякие, не знаю, видно, надеюсь, что-то. Здесь у нас тоже обережные куклы. Вот эта кукла-колокольчик, ее делала Юнга. Мы когда проводили на острове Питкэрн мастер-класс для местных детей. Вот эту вот куколку разбирали частично, чтобы понять, как делается новая. Эту нам подарили на Алтае наши товарищи. Вот это вот у нас карта для Лего, когда городки строим. Она там. Вот там вон замок картонный мы с Юнгой строили по книжке. Ну, там всякие игрушки, понятно, тра-та-та. Вот здесь вот Наськина полка. Здесь у Насти любимые картинки всяких блогеров. И самые любимые подружки ее в мире. Это Настя на кровать, соответственно. Там он... Ой, валяются Настины зверюшки. Вот эту зовут Жужа. Она с нами прошла огни и воды. Вместе с сумкой. Умка тоже много повидал. А вот это Зайка. Зайка к нам присоединилась, когда мы уже были на Канарах. И она хорошая. Вот наши девчонки. Это еще первые выходы в море в Средиземное. Наташа ей здесь. Сколько тебе здесь, Наташа? 19 лет было, наверное. Наське 12, а Ладке 2 годика. Вот это мы первые выходы на Леди Мэри. Здесь какие-то Настины кумиры. Переворачиваемся. Вот здесь вот шкафчик с Наськиной одеждой. И на нем тоже Наташка. Старшенькая наша доченька, красавица. Вот она сидит на качельке и улыбается. Вот это Ладкина кровать. У Лады тут тоже. Лада у нас главный специалист по флагам. Поэтому вот в этой таблице, то, что мы отрезали от карты, на которой маршрут нарисован, там нарисованы всякие флаги. И написано про них что-то. Вот оно у Ладки все. Тут Маша и Медведь. А сверху, когда Лада ложится спать, на нее смотрят Гарри Поттер, Гермиона и Рон Уизли. Простите, что темно. Темно, потому что в режиме перехода здесь всегда темно. Вот эта доска убирается, и каюта кажется тогда больше. Но если на нее положить подушку, то тогда это будет двух, а то и трехспальная кровать. Мы иногда смотрим здесь с девчонками лежа кино. А доска стоит здесь всегда, потому что иначе Юнга может свалиться. Это вот портфель. Настикин еще он достался Ладе. Настя его сама, кстати, купила на заработанные деньги лет, наверное, 9, да, когда Лада развивалась. Да, 9 лет ей было. Тут, короче, у нас Ладкины тапки, шкафы. Ну, в общем, как вы поняли, мало чего интересного. Сейчас я пойду в кокпит обратно через камбуз. Сейчас очень спокойный переход, несмотря на то, что качает, конечно, маленько. Вот, но когда переход неспокойный, вот так вот ходить с телефоном невозможно, потому что все время летаешь. Как-то Лада где-то снимала меня, как я блины пеку в переходе. Вот надо будет следующим постом это выложить. Ну, не постом, а чем там выкладывать. В общем, как вы поняли, это называется у нас видеоролик «Что вижу, то пою». И петь 23 минуты, мне кажется, это слишком. Покажу еще верхние люки на рубке. Вот это у нас от солнца. Как вы видите, ни газетами, ни шторками закрыто.
А картами? Что, моя хорошая? Я сама нарисовала одной рукой. Вау! Прошла экзамен. Сейчас Кэпа покажем еще сверху. Вид сверху на Кэпа. Татуировку хоть давай на этом, на задний, на финальный кадр.